Принцесса в мосте, по-моему. Горела. Ну.
Включи пониженную заднюю. Вообще как мне их делать? Они говорят, мы знаем, сколько на учет машины стоит поставить, типа 3, поэтому 3500. Я им там планирую рублей 500 дать. А они вшаренные, блин. Отойди чуть-чуть. То есть вот делает. Да мне уже, по-моему, сюда. Я тоже сюда пока бежал, по щиколотку в болото провалился, блин. Руль прямо! О, 001, ах! Ну, странно как-то вот. Как он тут на горке вас всех уделывал. В смысле? Ну, вы в эту подняться еле-еле могли, и ты когда трогался, тоже у тебя одно колесо прокручивается. А этот как по асфальту там ездит, но у него резина-то такая, позлее. Так он с разгона. А, ну может. Может и так. Да, Валер! А тут что-то это не выходит. Бампер целый? Только рамка? Да. Ставь... Ставь железную на клепках, вообще вещь. А то номер потеряешь. Нет. Советую поставить усиленную. У нас стояло усиленное. Че, снегом его, по-моему? Я вообще-то думал. Туда даже жопой выкатывается. Но она все равно не лезет туда. Да там скользко. По накату, да, фигачить?
есть, если что. Он там по логе есть. Ты спросил, не переживай. Пиво есть или нет? Не переживай, самое главное, есть, да? А обратно там же нужно подниматься? Ну, вообще надо, да. Руль прямо. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, да? Лишь бы дай машину убить за 3 миллиона. Блин, на самом деле до Балашки прокладывают 1:40, прикинь. Так что надо за 2 тогда выезжать. Ну, так у меня объект там. А тебе на объект надо? Ну, мне там заехать на 2 часа. Бабки взять. Я тебе предлагаю, если спешки нет, это я съезжу, и потом вот и сейчас тусим. А если нет, то можем через дом сейчас проехать. Ну, уже, блин, на обратку чем не успеем. Те же текселя, да? Ну, посмотри. Ну, считай, по пути. Тебе скольки было? В 4 надо быть. Я думал, за 1.5 часа выезжать. Вот сейчас 40. Сейчас уже сколько? По 2. Ну, в 2 поедем. А, ну, все. Чуть-чуть. Нам главное выехать нормально. Дорогу, а дальше уж. Смелся. Сколько разницы? А их, наверное, не бывает в пуле. Ты фотографии делаешь? Я. Вот сейчас должен. Ну да. Есть, конечно. Еще же нужно сок ограничить. Ничего себе. Блин, встал. Все? Да ладно. Не, еще поборется. Я тогда насекло и, блин, вообще так там и не заехал. Там резина еще такая более лысенькая на фоне. Той. Да что-то я уже не знаю, какая лучше резина. Это вот так. По щиколотку, как ты говорил. Легко вообще едет-то практически. И то кто-то очковал тут. Не будем говорить кто и показывать пальцы. Он даже он защиты практически не цепляет, да? Приминает. А, приминает? Тут какие толстые колеса, там прям пятно контакта.
серьезнее намного. Но клиренса не хватает, конечно. Еще, блин, сантиметров плюс 4-5 на морде и вообще. 4-5 на морде его по трассе швырял, как не знаю. Ну, я вот просто поставил, швыряет пипец. Но зато защиту не шоркаешь. Не, ну если по области, по таким местам кататься, да. Я их, кстати, в итоге снял. Мне тоже вот именно это не понравилось, что швыряет. Не знаю, я говорю, уже пришел к тому за все эти годы, что если вот для покатун, для рубила нужна вторая машина. Стопудово. Пусть там, ну, у кого сколько денег позволяет. Я говорю, например, ну, УАЗик. Кто-то, может, он прадик там старый или того хочешь ДФМ. Или это прицеп. Даже не прицеп, я вот что его взял, я по весне фаркоп поставлю и на жесткой стенке буду таскать. Или прицеп, или не жесткая стенка. Отходи, отходи. Ну да, вариант. Воу. Блин, это вообще-то опасно, конечно. Вот было нас. Мы сейчас оттуда заедем обратно. А меня? А можно меня? Давай. Ходи. Пап! Да сейчас можно, ребят. Там можно. Так, не лезьте туда, сорветесь. Ебать, его фарш это К69 и прадик есть заряженный. Вот они друг друга стоят. Мотает. Да нет, не реально уже. Да, вообще. Не знаю. Так. Давай, давай, руль выкручивай вправо, вправо, вправо. Давай, давай, тебя сейчас развернет жопу. В правую сторону руль. Или в левую. О. Иди сюда. Всегда знал, что Жене неинтересно на встречах парада клуба. До поры до времени, да? Да.